26 июня 2013 года самому знаменитому узнику путинской России Михаилу Ходорковскому исполнилось 50 лет. И москвичи пришли на Старый Арбат, чтобы поздравить с этим событием юбиляра. С днем рождения, Михаил Борисович, от всей души. Я надеюсь, что очень скоро он будет с нами. И надеюсь, что он и станет тем человеком, который объединит тех людей, которые хотят России добра. Здоровья, мужество, терпение, надежду вселяет в него. Народ из-за него болеет. И все хотим ему, чтобы всего хорошего было. И с него берут пример. Потому что остальные-то у нас все прячутся или молчат, как всегда. И только один, он выступил против системы. Пожелать побольше здоровья, в первую очередь, чтобы он все-таки дождался как можно быстрее этого периода, когда его все-таки освободят, и он наконец-то сможет жить, как он хочет, в свободе, не за решетками, видеть своих родных. Желаю ему здоровья, да, и чтобы, потому что он нам очень нужен здесь, как можно быстрее. И надеюсь, что все-таки здоровье у него еще есть. В общем, только здоровье. Потому что все остальное, это мы поможем. Ну ведь, наверное, это не только его день сегодня, еще и день его родителей. Да, что его родителям хотели бы сказать? Родителям дождаться. Да, папа не очень хорошо, я так понимаю, себя чувствует. Мама молодец, боец. Да, родителям мужество. Одно упоминание фамилии Ходорковский вызывает у нашего верховного обглодыша нервный тик, перерастающий в бешенство. Казалось бы, вышли граждане на Арбат просто поздравить человека. Ну, нравится он им. Они считают, что Михаил Борисович осужден несправедливо. И что с того? Позорим ТВ! Позорим ТВ! Стыд на народные деньги против народа! Позор! Логотипчик не наш. В толпе терся оператор НТВ. Его кирпичное лицо, оплеванное гражданами, долго блистало окулярами. Еще немного и начнут бить. Там еще девочки есть с шариками. Михаилу Борисовичу персонально, да, с таким юбилеем и с важной датой, и мы желаем ему скорее выйти на свободу. И вообще, я ему совершенно искренне, вот от всей души, всех своих душевных сил желаю поменяться местами с Владимиром Владимировичем Путиным. Денежки давай, денежки. Вряд ли гонитель Михаила Ходорковского Владимир Путин может похвастаться столь искренней любовью граждан. Ведь кто его поздравляет? Чиновники с кислыми физиономиями, сплошные жулики и воры. А здесь самые честные люди России. Фейерверк, запущенный с крыши театра Вахтангова, апофеоз праздника. А праздник для обезумевшего диктатора хуже траура. Как это так? Веселяться без его отмашки? Господин сержант, за что вы задерживаете человека? Как никого? Вот повели человека. За что? Нет, вон человека задержали. Вон человека задержали. Вы меня за идиота не считаете? Я не знаю вообще. Может. Как всегда, мирные намерения должны быть пресечены. Жестко и демонстративно. Так устроена вертикаль. Иванов знает, что Путин ненавидит МБХ. Колокольцев в курсе знаний Иванова. Звонок вниз, и машина закрутилась.
и уже выкручивает руки, готовые ко всему волкодавы в погонах. Их глаза пусты, зато руки цепки. Руки! Я не сопротивляюсь! Мы сменим эту власть! Вы инвалидов хватаете, порядочных людей хватаете, когда в Москве бандитизм, воровство идет. Там, пожалуйста, хватайте. За что вы честных людей? Ребята, все нормально. Береги себя. Гестапо поступает как обычно. Козлы они, а Путин педагог. Раз, вот и все. Ребят, мы присоединяемся. Покажи мне номер. Да не налево, Витёк. Покажите ваш номер, чтобы я знал, что вы меня задержите. Нет, я не вижу. Полки нет. Живой человек, давайте, заходите. Так, не бейте никого. Номер покажите, а. Винтили всех, включая стариков. Швырнули в автозак проходивших мимо девушек. Оттащили туда же молодую маму, оторвав ее от двухлетней дочери. Впрочем, потом отпустили. Граждане, расходимся! Вы мешаете проходу другим гражданам! Вот так мирное поздравление с юбилеем Михаила Ходорковского закончилось массовыми задержаниями. А если наша народная масса будет продолжать молчать и дальше, то любой день рождения скоро будет заканчиваться массовыми расстрелами. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.